друзья, Александр Песков практически на разрыв. Сегодня его разрывают на части толпы поклонниц, прекрасных девушек. И вот только я, единственный мужчина, который прорвался к телу Пескова. Песков, отдайся! Ну не сейчас, вот в данный момент. Песков, отдайся телеканалу ИВН-ТВ и расскажи, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Ты видишь мой наряд? Что, ты кто, король, что ли? Да, вот королевство у меня, видишь, какое? Ты решил... И все подданные сегодня у меня берут интервью, фотографируют. Ты решил у Фили отобрать корону, что ли? Нет, не у Зверева, у меня своя корона. Это показ Шибины, поэтому я сегодня, я прямо с подиума. С подиума? Да, меня так одела модельер Надежда Шибина, поэтому я вот прямо со сцены к вам. Слушай, а я бы на твоем месте не снимал бы корону. А можно одежду занять? Мне очень нравится. Идет? Идет. Да. Скажи мне, что ты пожелаешь, смотри, вот всем поклонникам, поклонницам, что ты пожелаешь? Ну, я пожелаю, наверное, вот этого праздника в душе, который сегодня состоялся здесь в течение нескольких дней, потому что сегодня люди наконец-то раскрепостились после всех наших бед, пандемии, да, и так далее. И вот сегодня они наконец-то могут общаться. Я желаю вот этого весеннего настроения. Я очень хочу, чтобы все были счастливы. Какое прекрасное пожелание. Скажи, над каким образом ты сейчас работаешь? Я работаю в данный момент. Или ты бросил пародию? Я в данный момент... А, ты о пародии? Конечно. Я думал, в каком я образе сейчас работаю. Я сейчас вижу, ты король. Вот, да, ты поэтому, король, да. Да. Вот, я тебе скажу, сейчас я работаю над спектаклем, где у меня главная роль. И там, ну... Узнаете в прессе. Ну, приглашаем. Зрители, обязательно, зрители. Обязательно. Скажи, когда, что за спектакль называется? Не могу пока сказать. Нельзя секретно? Да. Секретный король, да, какой-то. Но главная роль очень хорошая. Это очень радует. 5 ролей в одном спектакле. 5 ролей? Да. Ну, ты же можешь. Я без этого не могу, мне надо меняться. Меньше, чем 3, да, для тебя, да, это как-то, да, невозможно. Да, это да. Хорошо. Ну и в завершении, что ты скажешь, так сказать, зрителям, вот, какое-то пожелание прям такой прям в точку, вот конкретно. Конкретно кому? Конкретному, вот кому-то конкретному. Есть у тебя кто-то конкретный? Кого бы ты сейчас вот вспомнил? Конкретному человеку. Как интересно. Ну, вот. Я не знаю, я много любви... Выдели кого-то, вот, одного. Ну, скажи ему. Одного? Наверное, надо сказать, что сегодня праздник будет совсем на днях. Уже празднуем. Наверное, надо сказать Гагарину спасибо за то, что он нашу страну вывел на орбиту, на хорошую орбиту. Вот все-таки вот всегда знал, что Саша Песков – это государственный человек, это человек государственного масштаба. Но мы первые были, поэтому, конечно, вот этот очаровательный совершенно мужчина, космонавт и хозяин положения там, в космосе, он сделал свое дело и вывел нас, наше государство, на орбиту, поэтому в эти дни надо говорить только о нем, наверное. Слушай, а если бы он предложил... А потом мы будем говорить, переходя, мы будем говорить, конечно, о дедах и помнить наших отцов, дедов, и День Победы будем праздновать. Молодец, от всей души. Молодец, вспомнил. Скажи, а если бы Гагарин предложил тебе с ним в космос полететь? Полетел бы, запросто. Корону надо не забыть только. Ни в коем случае она, правда, в скафандр не влезет. Можно такой скафандр с короной. Вот это будет. Да, это клево. Слушай, спасибо тебе огромное. Спасибо. Удачи, всего здоровья, доброго, и любви. Спасибо огромное. Ура. Бай-бай. Друзья, Светлана Костюк, модельное агентство «Роксолана», здесь на Estet Fashion Week. Очаровательная, роскошная красотка, прям богиня. Взгляд, вот я просто рядом нахожусь, просто как кролик на удав, в смысле удав на кролика. Это лезть, но очень приятно. Лезть, ну, а что делать, куда деваться? Светочка, скажи, пожалуйста, давай, вот нас как будто бы трое, я, ты и кто там у тебя? И кто это? Ты кому ты доверяешь, с кем бы ты поделилась? Самым сокровенным. Вы знаете, то, что я готова дать какую информацию, я готова поделиться с любым и каждым. Я не думаю, что вы мне будете задавать какие-то очень каверзные вопросы, поэтому... Конечно, но у меня единственное условие. Если я задаю вопрос, и ты можешь на него ответить искренне, отвечай искренне. Если ты чувствуешь, что не можешь искренне, скажи, я не буду ответить. Следующий вопрос. Да, следующий вопрос, отлично. О, договорились. Мне так нравится. Итак, Свет, скажи, пожалуйста, ты в модельной индустрии уже очень много лет.
Да, сколько? Правильно вспомнили. Ну, приблизительно уже 15 лет. 15 лет? Да. То есть... Прямо у истоков фактически, после школы. Да, вот как школу закончила, вот так у истоков модельной индустрии Российской Федерации просто стоит. И... Еще тогда, вы знаете, у меня агентство модельное, я его основала в Симферополе. Тогда это еще была Украина. В Симферополе, в Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Днепропетровске и в Киеве. И то есть мы земляки с тобой из Одессы. А, класс, да. И всю свою деятельность активную я проводила в Крыму и либо в Киеве. И когда вот Крым стал наш, наконец-то наш, я переехала в Ялту постоянно и живу между Ялтой и Москвой. И провожу мероприятия в Москве и в Ялте. Скажи, пожалуйста, вот в чем основная фишка, такая вот сверхидея твоего агентства? Вы знаете, я специализировалась на конкурсах красоты. Причем я всегда проводила честные конкурсы. У меня никогда не было платного участия, никаких взносов. Это по-нашему. И тогда участвуют очень красивые девушки. Всегда это было под патронатом правительства Крыма или Московской области. И тогда участвуют девушки достойные, когда они знают, что это высокий уровень, будут хорошие ценные подарки и честный конкурс будет, то тогда участвуют достойные девочки. Когда у тебя ближайший конкурс? Ты уже запланировала? Запланировала, вам хочу сказать, точно... Анонсирую. Да, анонсирую. Я буду проводить мини-мисс и мисс Ялта. Это на день города Ялты, это будет в августе. А здесь непосредственно у нас в Москве я буду проводить глянцевые мероприятия. Это фэшн-мероприятия, не конкурсы красоты, но они будут с участием очень красивых девушек и шикарных костюмов. Я с многими модельерами дружу, и у нас очень достойных много лиц, достойных модельеров, которые можно представить коллекции их. И вот мои девочки с моего модельного агентства будут принимать участие в этих показах. Супер, мы будем ждать с нетерпением. А скажи, пожалуйста, сейчас такой шкурный вопрос тебе задам. А кто у тебя ведущий своих конкурсов красоты? Я еще не задумывалась. Ну вот, когда я провожу конкурсы красоты... Так, все, молчи. Есть, я знаю, есть кто. Есть варианты? Конечно, это же я. Света. Света, нет? Ну наконец-то мы нашли друг друга. Почему вы и нет? 100%. Ты знаешь, я один из лучших ведущих вообще всех фэшн, любой темы. Я очень глубоко в теме. Но если вы глубоко в теме, и я глубоко в теме, давайте вместе плавать будем. Давайте в эту глубину погружаться вместе. Да, точно. Да? Заметано. Это такой видеоконтракт у нас практически. Да. Свет, ну и в завершении такой вот от тебя такой импульс, посыл юным моделям. Вот что бы ты им пожелала, как бы в профессии, что... Как нужно держать вот эту вот марку, вот этот вот план? Я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, я вам честно скажу, что модельные школы нужны любым девочкам, независимо от того, в модельной они внешность или не модельная, потому что модельная школа учит делать красивый макияж, правильную походкой, которая нужна любой девушке, не обязательно модельной внешности. Я сегодня был... хорошую осанку, то есть это важно любой девочке. А те, которые уже девушки действительно соответствуют модельным стандартам, не бросать это, потому что очень многие девушки говорят, вот я сейчас школу закончу, вот потом точно начну работать, а потом институты заканчиваются, а у меня парень, он меня не пускает, вы знаете, а потом дети и все. Да потом, даже если нет детей, то ему уже лет по 25, и вы знаете, конечно же, уже карьеры никакой нету. Самый идеальный возраст – это 16-22 года. А потом это уже, для модельного бизнеса девушки могут работать и взрослые. Вон у нас есть топ-модели, которые там до 40 лет работают. Но вместе с тем, это те, которые уже себе имя сделали. А начинать нужно юными быть, когда хорошие параметры и юное свежее лицо. И я считаю, что самое главное – это вот цель, потому что моделинг – это такая же профессия, как и любая другая. Это карьера. И многие говорят, что это не самое главное. Конечно, может быть, это все-таки не станет основой для взрослой девушки, женщины. Но вместе с тем, если брать меня в пример, я когда-то работала. Модель была, да. Да, я была моделью. Я же, была модель. Мы же тебя помним еще. Я помню, в 60-х-то ты же блистала. Напомню. Чуть раньше даже, хочу сказать, начинала. Так вот, я пошутил. Это я так тупо пошутил. Ничего страшного, я понимаю. Я люблю одесский юмор. На самом деле, я сначала была моделью, а потом основала модельную школу. И на основе модельной школы у меня уже было модельное агентство.
И я хочу сказать, что это красивый бизнес, это хороший бизнес. Когда говорят, что есть какая-то подоплека, ничего подобного. Если девушка цельная, если у нее в голове именно работа, то и будет только модельная работа. А еще зависит от руководителя агентства, очень много. 100%, конечно, однозначно. Какая цель внутренняя у руководителя? Да, это вы правильно говорите, да, совершенно верно. Да. То есть нужно понимать цели модельного агентства. То ли это тусовки, ну, правде в глаза, да, у нас сейчас очень много, это везде и всюду происходит. Или это все-таки бизнес. Ну вот я стремилась, да, из модельного агентства сделать так, чтобы девочки ездили, работали, участвовали в конкурсах, хороших проектах, становились звездами. Ну вот этим я занималась и занимаюсь сейчас. Гениально. Мы тебе желаем, чтобы у тебя все получалось. Спасибо. Чтобы процветал твой бизнес, чтобы твои модели становились топ-моделями мирового уровня, чтобы мы гордились. Это очень, это моя мечта, да-да-да. Ну, это сбудется, все. Мы же, у нас чудесный телеканал, мы, да, мы когда мы что-то говорим, оно сбывается. А, я поняла. Да, у нас, это все в космос сразу. Это чудесный оператор, у него, видишь, у него крылья, это ангел, он спускается со своим стадикамом. И исполняет желание. Он исполняет желание, вот все, что он снял, то исполняется. Отлично. Впервые, это впервые. Такого еще нет на телевидении. Вот, Свет. Ну и я думаю, что хотел что-то такое очень важное сказать, прям сбился с мысли, сейчас я пытаюсь это восстановить, что же я хотел сказать. Вот я хочу что сказать. Вот эта пандемия, которая произошла, да, она уже заканчивается. Мы понимаем, что в связи с прививками по всему миру, то есть это, наверное, вот этот год еще будет какие-то послабления, а потом моделинг вернется. Шоу-бизнес, модельный бизнес, он вернется в свои круги. Поэтому, девочки, дорогие, если вот у вас есть желание, не бросайте, обязательно занимайтесь. И на самом деле в Москве особенно у нас есть что рекламировать. Девочки очень много работают на выставках ювелирных. Вот ювелирный дом «Эстет», я очень много лет с ними сотрудничаю. Мы работали, вот модель Анна Калашникова, которая, ну, как бы она светская львица, и модель, я с ней работала. То есть, ты же наверняка Гаги Гургенович знаешь? Обязательно. Кто же не знает Гаги Гургенович? Он сейчас в Америке, да, но вместе с тем, да, конечно, мы работали, сотрудничали. Мое модельное агентство, девушки с моего модельного агентства неоднократно участвовали в фотосессиях для рекламы ювелирных украшений ювелирного дома «Эстет». И я рада, что фэшн, показы возобновились, неделя моды «Эстет» возобновилась. И я хочу сказать, что все плохое останется, наверное, в прошлом. И да, вот все-таки это будет такая новая эра, новый виток моделинга, всего прекрасного. Так что, девчонки, занимайтесь красотой. Это будет как бы для жизни, это очень полезно, потому что все-таки красота спасет мир. И красота помогает, особенно женщинам. Гениально. Спасибо, Светлана. Сейчас по скрипту, который мы врежем чуть глубже, этот вопрос, который я вдруг забыл, и вдруг я его вспомнил, сейчас я его еще раз спрошу, потому что мне очень важно твое мнение. Как ты считаешь, вот сегодня на подиуме были девушки, девочки, солнечные дети. Что ты можешь об этом сказать, твое мнение? Вы знаете, это уже мировая тенденция, что люди, которые с особенностями, от них не бегают, их не скрывают, а пытаются им стать членами нашего общества. Это нормально. И мне кажется, это, знаете, даже как-то по-доброму. Потому что красота в понимании, красота спасет мир. Мне кажется, когда Достоевский об этой фразе говорил, он имел в виду под словом красота все-таки доброта. Потому, конечно, доброта, любовь, они всегда красивы. Это красиво. И если мы берем деток, у которых какие-то есть, ну, не то чтобы недостатки, а вот ограничения, да, они и так по жизни в чем-то ограничены, и когда мы их привлекаем, мне кажется, это вызывает гордость и уважение к тем людям, которые это все организовывают. Во-первых, я только могу сказать, что это молодцы. Вот молодцы, и это, ну, это просто по-доброму. Это по-доброму, потому что модели, да, конечно, модели должны иметь стандарты, которые модельны. Но это показ не с профессиональными моделями, это показ с солнечными людьми. Это тоже, мне кажется, имеет место быть. Абсолютно согласен. Желаю всем ялтинского солнца над головами. Да, и, Светлана Костюк приглашает всех в Ялту. Приглашаю. На день города, который будет в августе. И как раз в рамках этого праздника будет мини-мисс и мисс Ялта. А я буду ведущим. 100%. Добрый вечер.
дорогие друзья. Рядом со мной великолепная, роскошная супермодель, которую, конечно, это же чувствуется, это сразу, это харизма, она исходит от вас. Представьтесь, пожалуйста, для телеканала «Ивенти». Меня зовут Татьяна Ельникова, и я действительно являюсь топ-моделью журнала «Эстет». О, как нам повезло! Татьяна Ельникова сегодня здесь, в «Эстет Fashion Week». И Татьяна сегодня отсмотрела, наверное, все показы, и она находится под глубоким впечатлением. Да, именно так. От какого именно показа? Мне очень понравился этот показ, который был крайний, потому что там действительно было все, там и искусство, мода, стиль, вкус, просто потрясающе. Татьяна, а какие показы, в каких показах вы участвовали, которые запомнились вот самые яркие, из последних, из крайних? Вы знаете, мне запомнилась моя прекрасная фотосессия для обложки журнала, и я думаю, что это было самым ярким впечатлением, несравнимо с показами. Вы были на первой обложке? Да, у меня есть глянец, который мы можем вам представить. Давайте, ну-ка. Пройдемте. А, вот даже так? Он где-то здесь у вас? Да. Вот это вообще, вот вдвойне повезло, сегодня двойное событие. Мало того, что мы встретили Ельникову, так она еще нам обложку свою покажет. Еще и, может быть, скажет что-то такое, знаете, какое-то пожелание вообще фэшн-индустрии России. Да, я бы хотела пожелать нашей индустрии, скажем так, России, чтобы она развивалась немного с другими темпами, и чтобы, наверное, проявила вкус, который, в принципе, возможен в каждой стране и в нашей тоже. Это то, чего не хватает. Да, не хватает. А вот если посмотреть, покажите нам Татьяну пообще планчик, да, покажите, посмотрите, как вкусно, как стильно одета Татьяна. Вот она ведь просто зашла, она шла просто мимо и зашла на показ. Обычно, такая casual одежда, да, сегодня? Да, это casual одежда, и мне очень нравится стиль, когда шорты, пиджак, высокий каблук. Мне кажется, это очень классно. Это просто это очень эротично, это очень возбуждающе, и я даже не знаю, как я вот нахожусь рядом, и как мужчина, мой внутренний мужчина, он с трудом сдерживает свои эмоции. Я понимаю, что я как корреспондент, конечно, должен вести эфир, но вот признаюсь вам, дорогие друзья, что, к сожалению, мне это с трудом удается. Держите меня, Татьяна, она меня держит. Все происходит. Искра. Да, благодарю вас, Танюш. И еще для юных моделей, которых сегодня было, так сказать, очень много здесь, обилие было юных моделей. Что вы можете им пожелать вот от вас, от опытной такой вот уже мастодонта модельной индустрии российской? Что, какое пожелание? Ну, я бы пожелала верить в себя, и только уверенность сделает женщину по-настоящему красивой. И может моделью стать любая женщина, независимо от того, насколько в ней той самой красоты, которую она от себя ждет. По-моему, это гениальное пожелание. Красота зависит от того, насколько вы себя саму считаете красивой, правильно? Да, я считаю, что красота зависит ровно от внутреннего состояния. И когда девушка себя считает красивой, у нее получается все прекрасно и передать все на высоте. Танюш, когда ты это осознала? В какой момент это произошло? Ты помнишь, как тебя это осенило? Да, я помню этот момент. Мне было тогда 25 лет. Год назад? Ну, практически. И я поняла, что женщина, она просто с годами мудреет, опытная становится и начинает ощущать себя действительно женщиной. Да. Женщины, ощущайте себя женщинами, и все будет у вас в самом лучшем виде, так как у Татьяны Ельниковой. Благодарю вас, Татьяна. Мы продолжаем наш репортаж с Эстет Fashion Week, и Мариночка Дрождина, красавица, умница, талантище, великолепная модель, яркая звезда на российском небосклоне не только фэшн-индустрии, но и... Везде. Ну и везде. Мариночка, Добрый вечер. Твои первые ощущения, вот только что ты вышла с подиума, ты блистательно прошлась, ты была роскошна, просто... Я отметил для себя, что единственный человек, который находился прямо вот в ощущении музыки, в ощущении темпоритма, это была ты.
да, очень, я думаю, многие соскучились по выходам, по нарядам, по своей обычной творческой жизни. Но когда я выхожу в каком-либо образе, то есть я, актерский помогает мне это перевоплощаться под каждый образ. Естественно, вкладываешь туда какую-то историю, и тогда глаза и как бы походка, все меняется, как только ты переодеваешься в определенный костюм. Как же приятно, что наши братья-артисты наконец-то осознали, что им тоже хочется почувствовать себя в роли модели. Танюш, а что заканчивала? Какой факультет? У меня музыкальное училище по классу хоровое дирижирование и Институт культуры актерско-режиссерский. То есть ты актриса или режиссер? Я модель, я артист, я актриса, я основатель своей детской модельной студии. Как называется? Модельной студии Марины Дрождиной. Также я педагог по фортепиано, сценической речи, хореограф, ну много всего по творчеству. Невероятно, невероятно. Как в одной прекрасной женщине объединяется такое количество разных профессиональных навыков? Ну, мы девочки, мы с детства, наверное, нам это вкладывают. Кто-то берет себе, а кто-то через себя просто пропустил и выкинул. То есть кому нужно, наверное, кто чувствует, что вот ему это нужно будет в жизни, он оставляет. Я просто вот никогда в жизни не работала, занимаюсь всю жизнь любимым делом. Самое главное. Марин, а вот о чем ты мечтаешь? Есть мечта? Да, конечно, очень хочется, чтобы возобновилась вся творческая жизнь, потому что для меня сцена – это, ну, это моя жизнь. И сейчас уже долгое время отобрали это, и прям вот как цветок без воды засыхаю. Засыхает, девочка, срочно полить нужно ролью какой-нибудь. Да, вот очень хочется опять съемок и в сериалах, и в фильмах, и на сцену хочется. Это по чуть-чуть возвращается, то есть я очень надеюсь, что мы будем... Не так, как раньше, а лучше. Круче. Это я желаю ярче. Всем. Да. Скажи мне, какую роль ты бы сыграла из классических женских ролей? Из классиков. Есть такая внутренняя какая-то... На самом деле, раньше я думала, что мне нравятся только вот комедийные роли, потому что я очень люблю юмор, я с детства этим вообще... То есть ты такая эксцентричная девушка. А потом мне нравились ужасы, мне хотелось все время сниматься в ужасах. А сейчас я понимаю, что это абсолютно разные жанры, и их столько много, что хочется потрогать все. Поэтому я не могу выбрать это вот, это хочется в каждом жанре вот побыть. Господа режиссеры, продюсеры, Марина Дрождина, приглашайте, суперзвезда. Великолепная девушка, женщина, преподаватель. В общем, масса всего в ней в комплексе, сочетания. И это... Все это я передаю своим ученикам. Все это передает еще, кроме того. Ну и теперь передавай нашим зрителям пожелания вообще от себя лично. Всем огромный привет из красоты. Девочки, любите себя, будьте красивы изнутри, и тогда вы будете сиять. Молодые люди, не забывайте, что вы мужчины. Действуйте по-мужски. А что значит действовать по-мужски? Ну, то есть сейчас такая тенденция, что молодые люди становятся девушками. Да ладно. То есть их надо пригласить куда-то. Вот так вот, да? И, ну, вот, по крайней мере, надо... Что я знаю? Мужчины, ну что же вы, ну посмотрите. Я знаю, что еще остались мужчины. Есть нормальные еще. И очень хочется, чтобы родители будущих мужчин, то есть вы сейчас мальчиков, воспитывайте в мальчике мужчину. Вот он видит, как в семье друг к другу обращаются родители, как они общаются. И вкладывайте в мальчика именно те качества, которые должны быть в настоящем мужчине. А у тебя уже есть мальчик? Нет. А девочка? Нет. А хочешь? Если про детей, то да. Ну, я про них и спрашиваю. А ты про что подумал? Мальчик, ну, вот мальчик рядом. А, в смысле, рядом тоже нет мальчика? Нет. Так, уважаемые мужчины, вы посмотрите. Это просто бриллиант, это просто жемчужина. Я как бриллиант свечу, ко мне боятся подойти. Вот я... Слишком вот, ярко. Вот я не боюсь, видите, подошел ведь. Все же нормально, она же не кусается. Вот она, вот живая, красивая, вот... Смотрите, меня аж как притягивает, прям я не знаю, что делать. Пора останавливать. Все, хватит снимать, все, уходим за кулисы, спасибо.